моя. Тебе с уважением мы дань отдаем, пусть боги хранят тебя долгие годы. Мы лучших людей себе призовем. Эй, Сварга, столица моя! Мы кубки наполним и на земь плеснем. Пусть боги хранят тебя долгие годы. Кузнец наконечников нам накует. Эй, Сварга, столица моя! Ты меткой стрелы не прервется полет. Пусть боги хранят тебя долгие годы. Клинок меча на солнце блеснет. Эй, Сварга, столица моя! Ты воин в кулак всю волю сожмет. Пусть боги хранят тебя долгие годы. Победу одержит достойнейший путь. Эй, Сварга, столица моя! Все мы выбираем у воинов путь. Пусть боги хранят всех нас долгие годы. Сегодня мы все в один голос поем. Эй, Сварга, столица моя! Тебе с уважением мы дань отдаем. Пусть боги хранят тебя долгие годы. Нет. Красное, когда металл, да? Металл, да. Абсолютно. Да, верно, абсолютно. Да, верно. Да. То есть, конец на глаза определяет температуру металла. Есть своя цветовая гамма. Начало комки, конец комки. Для, ну, для закалки, опять же, своя температура. Ну, да. Самая сильная это белая. Сейчас какая-то температура? Ну, где-то порядка здесь, около тысячи. Вот здесь вот где-то 800, вот тут 500, здесь 600 примерно. Побегать ему надо. Но с ним. Так как этот металл низкоуглеродистый, то есть сталь 3, не требует там серьезных температур, а то и нежелательно. Иначе он просто выгорит. Это рог лося, по-моему, а это череп, не знаю, может быть коровы. Нет, тут были аисты. Аисты прилетали. Отверстие в коже проделать, в зубах поковыряться, кусок мяса наколоть, то есть ты с этой руки чистый. Товарищам Бог задал группу вопросов, да, не попало лишнего. Ну вообще, как бы, да, в наше время чаще всего могут использовать как оберег. Как карманный оберег, да, в темное время суток. Так и вообще домашний оберег. Вы не пройдете, блядь, сюда. Да-да-да. Вот, над входом, как может втыкать тоже. Есть поверье, что злые духи, которые пытаются проникнуть в жилище, путаются вот в этих вот кольцах и дальше уже не идут. Не квалифицируется как холодное оружие, так что можно спокойно с собой носить. Я с бароном познакомить. Отлично помогает в метро, когда бывает, ну, с краю едешь, да, товарищи тыльной части любят прижиматься и как бы ехать с вами всю дорогу. Можно попросить, чтобы подвинулись. Раз, два, еще. Длина там, ну, данный меч покороче, 10 сантиметров. 80, так они где-то было, 90-100 сантиметров длина. Ну, вот. Значит, как показывает, опять же, волшебные картинки, да, воин сидит на привале и
начищает его, да, начищает и затачивает, правильно? Сидит так упорно, затачивает, затачивает, одну сторону, другую. Потом идет в бой, сражается, да, и все хорошо. Ну, люди взрослые. Значит, смотрите. На кухне все готовят. Возьмем хороший кухонный нож и его очень хорошо наточим. И после этого мы его ударим по столешнику. Что с ним может произойти? Лопнуть. Еще. Затупиться. Затупиться. Сломаться. Скол сломаться. Правильно? Почему? Потому что там не тонко, там и рвется. Правильно? Представляете, меч, у которого толщина здесь, ну буквально там 2 мм, да, от силы как бы. Он тонко наточен и встречается с другим же таким предметом. На глубину заточки появляется у нас зазубрина, правильно? Так как совершенство технологии ковки нет предела, правильно? Мы делаем из органики и так далее. Есть вероятность того, что меч просто-напросто может сломаться. Соответственно, остаться в бою без меча — это то же самое, что, да, выйти в бой без оружия вообще. Миф, правильно? Вот. А самая острая часть клинка — это была 10-15 метров вверх. Эта часть была острая. Как раз удары все были рубящие, дробящие, они приходили вниз. Плеча, часть от силы. Кончик, правильно? Этот удар был самый страшный. Вся остальная часть клинка, она была не заточена. Потому что если мы даже бы, скажем так, взяли меч в бой и работали по технологиям, допустим, вот смотрите, идет удар сверху, да? Ну, допустим, даже туда удар идут. Вот как бы удар, да, получается, либо сюда он ушел, да, либо удар сюда, понимаете, вот именно соскальзывал. Не ловили никогда именно напрямки, такого не было, да, как показывают, потому что он не равенство именно меча и того же Рудекса, да, абсолютно разное, потому что у Рудекса длина рукоятки до 2 метров достигала, да, и вес там порядка 500-600 грамм, ну вот, как бы, при собственно, да. Другая ударная сила, да, другой рычаг, и меч, который всего лишь там 90 сантиметров. Также, дальше. Значит, чаще всего выемку видно? Всем видно выемку? А даже ближе подойдешь там? Видно? Кровосток. Как считаешь, что это такое? Ну, кровосток. Кровосток. Так, пойду еще посмотрю. 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 Ребро жесткости, нет? Да, кровосток. Для жесткости. Чё-чё? Для жесткости. Правильно. Это называемое... Мы пытались сделать, когда у нас свыше, по-моему, свыше 12-13 тысяч колец. То есть, как бы, ну, в зависимости... Все было индивидуально, тоже от роста, как бы, плотности, размера. Да, размера, потому что эта кольчуга, допустим, она идет по пояс, да, и по рукам. Были так называемые хауберты, это целиковые кольчуги, которые шли по колено. Почему? Потому что чуть ниже коленка, как юбка, она мешает уже, да, функционировать. Посередине обязательно всегда есть разрез, потому что если его не будет, это будет неудобно, да. Хаубер будет... Где разрез? Ну, по центру, как вот такие, ну, то есть, инышки, кстати говоря, перед, сзади, то есть, по сути, как сюртук, да, на... Вот. А, она была по рукам и с капюшоном кольчужным, вот. Это вот именно кольчуга. Многие воины, можно опять же увидеть, что стоят на корабле дракари, та-та-та-та-та, в кольчуге такие, ждут, да, давай, давай! Вот, ну потрогали. 10-20 килограмм, в принципе, тяжело, да? Надев на себя, обувь у нас кожаная, правильно, палуба деревянная, скользко. Подскользнулись, и бьются волны, а борт корабля, бум, тых, и все, в принципе, да? Но ее же можно снять. Конечно, можно снять, да, это то же самое, что взять гирю, 20 килограмм, цепить в ноге и с 3 метров прыгнуть в воду. И пытаться ее как бы освободить. Это то же самое. Но в Голливуде у нас сделано все, знаете, из чего? Из канцелярских крепок. Поэтому все у них как бы блестит. Он нырнул, проплыл километр, вынырнул, та-да! И готов сражаться снова. Вот. И она не заржавела. Да. Здесь же, конечно, все как бы вот это вот уже ближе к жизни. Вот. Оно именно к практике. Вот. Вот. Проварилась мозг и трава, она становилась твердой. Понятно, что рубящий удар, который проходил, она сдержит, да? Возможно, но какой-то колющий удар копья или стрелы, или даже арбалетный болт, конечно, такой доспех не выдержит, потому что у него уже другая точка воздействия для физика, то есть она уже была, скажем так, пробивная. Вот.